3, in, поехали. Начинаем мы трансляцию очередной встречи на чемпионате России по снукеру по шести красным. И после того, как показали Татьяну Истомину, на смену на ТВ-стол номер один пришел вот ее сынишка. Истомин Димитренко. И тот, и другой у нас были на ТВ-столах во время трансляции с командного чемпионата России. Сейчас вот на чемпионате России в личном зачете по шести красным. Играют они в Олимпийке. В 1/16 финала. Ласт 32. И первый шар забивает Димитренко. Василий Димитренко представляет Москву. Артем Истомин из Нового Уренгоя, как вы понимаете. Из снукерной семьи. Ну что ж, уверенный брейк тут выстроить, конечно, не удалось. Как мы видим, поэтому ограничивается двумя забитыми шарами Василий. Куда-то пропал мой напарник, коллега и тезка из эфира. Я тут, все нормально, я просто... Да не все снимаю. Нормально. Одно очко надо нарисовать Истомину. Артему? Конечно. Сейчас проверим. Он же забил дальний красный, после чего биток зарылся вот этот кластер из шаров. Похоже, что все нормально теперь. Другое дело. Ух, как он забивает черный, и выходит вот такой юный Джо Трамп. Не меньше. Сейчас красный в желтую полетит. Ну, в среднюю симпатичнее было. Все-таки вот такой по отыгрышу был удар, поэтому... Да. Видно, что Артем, конечно, играет, но... Останавливает себя, придерживает немножко. Это хорошее качество. Вася сейчас подставит красный. Да, проконтролировал на этом ударе исключительно биток и только его. Ну что, за желтый может спрячем. Отлично. Ну, не совсем отлично, конечно. Все-таки заигрался Артем. Да. Сам себе поставил. Программу максимум выполнил и перевыполнил. Все нормально. Он и снукер выходит нормально. Все хорошо. Любо-дорого смотреть, а? Это не только потому, что до этого мы смотрели очень нервный поединок, а сейчас смотрим просто феерию забитых шаров. Непростой красный в правую среднюю, да, все-таки Василий не срезал его. Очень прямой получился удар. По отыгрышу будет резать. Почти получилось ведь, а? Да, получилось как, почти ладно, аккуратно. Все как задумал, все да. По отыгрышу шикарно. Отличный матч.
Спасибо тем, кто поставил именно эту пару на ТВ-стол номер один. Пожалуйста. Ну что ж, это фол. И фол аж 5 очков. Плохо, что уходит синий с игры. Но мы его можем вернуть. Очень хороший удар. Да, отлично вышло. Ну, то есть как вышло? Постарался. Постарался, да. И перевес сейчас у Стоймен 11 очков целых. Ну, на столе 43. Еще очень много. Один красный, правда, выключен из игры. Ну, сейчас, да, не о забитии речь. Позабивали мы немножко в начале, теперь будем играть в тактический позиционный снукер. Ой-ой-ой, сейчас будет попытка, наверное, поставить снукер все-таки. Не хочет пяток выпускать, отпускать дальше вот этого короткого. Ну, не могу сказать, что все получилось сейчас у Василия. Артем спешит. Торопится, и сейчас шар выходит красный в автобус. А почему торопится? Почувствовал запах крови? Все может быть. Хочет разорвать соперника. На волне успеха первых этих ударов. Все четко у Василия. Все четко, кроме дальнейшего будущего этого брейка. Ну, цветной мы сыграем. Желтый будет выход на длинный, я так понимаю. Угол есть. Даже вот так можно. Можно, но зачем? Желтый перекроет траекторию. Или нет? Ну, допустим, да, перекроет, все равно. Будет оставлять. Все равно этот удар питок намного сложнее в зеленую лузу. В полторной зоне. Нет, не будет никакого удара. Как я думаю. Будет оставлять биток полкерный и убирать красный. Ему получилось. Так, себе убрал. Шар можно срезать, только спешить не надо. Очень, ну, просто реактивно играет Артем. Да, гиперактивный. И тоже оставляет мелок на борту. Перерезаю этого Василий. Ну, хорошо, уводит биток. Смотр не получился. Ой-ой-ой. Был такой хороший перевес у Истомина. И вот он, да, своей улетучился. Спешкой, конечно, рушит сам себя. Буквально пару ошибок, и все, и нету перевеса. В принципе, неплохо. Вплоть до синего тут все очень легко. Ну, по крайней мере, я так думаю. Нет, уже, ну, не вот очень легко. Сейчас с зеленым не совсем все просто. Да. Надо было как-то... Как будто до конца не решил, на какую лузу будет он все-таки... В какой лузу играть.
То ли в угол, то ли в середину. Ну что, тонко по отыгрышу, вводя биток за булкерную линию. Даже несмотря на то, что зацепил губку средней лузы, повезло. Неплохо сыграл и Артем Истомин. Пока нет ясности, как все-таки закончится фрейм. Да, в принципе, соперники-то достойны друг друга, играют одинаково. Единственное, что сейчас будет подставка, и вот... Кто сделает фрейм на одну, на две подставки больше, тот, наверное, и уступит в итоге. Хочу внести небольшое уточнение, чтобы было ясно. Этот матч у нас будет состоять, он может состоять не из трех фреймов, а из пяти. То есть это матч до трех побед. Сейчас мы исправим после первого фрейма плашечку, чтобы цифра в середине в скобках была 5. И это значит, что нам предстоит очень зрелищный и не такой быстрый матч. Это отлично, хорошая новость. А на соседнем столе сейчас готовятся начинать свою игру Константин Клёсов и Иван Каковский. Тоже матч до трех побед. Надо забивать, забивает. О, как радуется Артём. Ему, как он радовался, еще... когда Лукашова обыграл. Это было что-то. Yes! Молодец. Молодец. Ему рассказали, что матч до трех побед. Такое ощущение, что он думает, что до одной. Нет, ну, один фрейм вряд ли. Это нормально. Отлично. Сейчас займемся плашкой. Хорошо провел он эту партию. Отличный фрейм, в котором могло быть, конечно, всякое. Ну, как иначе? Именно так. С ногами на стол.
Ничего плохого в этом нет. Стол крепкий, выдержит. Еле-еле упросили Артема не разбивать. Сейчас он как раз вот с флажкой все получилось. Теперь будет. Так, ну что ж, начинается второй фрейм из пяти возможных. Наконец-то у нас увеличилась дистанция, до трех побед теперь играем. Артем Истомин хорошо отыгрался. Поставил виток на борт, но простой отыгрыш есть и у Василия Димитренко. На дальнем красном, естественно, да, вот в прокат сыграть. Виток остается за булкерной линией, красный возвращается сюда. Ни к чему ему там находиться на дальней половине стола, создавать напряжение. Стой. Эх, расстроился Артем, конечно, хотел сейчас за коричневым остановить биточек. Подбиваем скопление красных. Ну все, рассредоточили. Четыре там оставалось вместе ослепленными. Нет того, что раньше было. Сложнее находить варианты проводки, и поэтому оставляет биток сейчас на ближней к нам половине стола Артем Истомин. Не скажу, что обошлось. Самый ближний красный можно играть. Небольшая резка. И довольно простой выход на синий, там, ну, либо зеленый. Вышел на синий. Не перекрывать только траекторию. Артем не достает еще, конечно, до этой точки в центре стола, поэтому ну, ничего страшного нет, что Димитренко отвлекся от своей атаки и поставил синий на свою отметку. Так, первый брейк в этом фрейме. 7 очков. Семью, может быть, и не ограничится все. Но... как удар попроще, выдохнул уже, получается, Василий Димитренко. А расслабляться нельзя. Простых шаров не бывает. Он выглядит проще, чем предыдущие, и поэтому только расслабишься, сразу возможна осечка. Внимательно посмотрел на этот шар Артем. Игрок 2009 года рождения. Поэтому давайте будем снисходительны в определенных моментах. Хотя, в принципе, игра Артема того не требует.
И он лидирует по счету вполне справедливо. 1-0 по фрейму. Вновь начинает строить брейк Василий Димитренко. Вася тоже еще достаточно юн, он 2001 года. Да, есть такой нюанс, что Вася нет 16 лет, поэтому он, к сожалению, не сможет получить сейчас уже мастер спорта. Хотя норматив фактически медаль выполнил. Он да мог бы получить, даже если бы он бронзу взял. Он взял серебро. Норматив выполнен, но по возрасту не попадает, к сожалению. Я думаю, что Минспорта в конце концов когда-то скорректирует эти свои нормы. Поскольку это какие-то бильярд... советские, я так понимаю, да, критерии, но это... которые никому не нужны. Разрабатывалось нашими дедушками, пожалуй. Какие-то коррективы вносятся, конечно, но эта бюрократическая машина, она очень медленно реагирует на изменения в жизни. Фактически у нас люди уже в 14 лет становятся чемпионами мира. Ну, если брать соревнования по пирамиде. На любительском уровне тоже можно выиграть чемпионат мира по снукеру, любительский, в 16 запросто. Почему нет? Но при этом в России, да, тебе мастера спорта не дадут за год. Да, не говоря уж о МСМК. Кто ты такой? Тебе нет 16 лет. Иди гуляй. Да, точно. В этом случае я всегда вспоминаю... Самый яркий пример — это Диана Миронова. Женщина номер один в русском бильярде. Шестикратная чемпионка мира. До 16 лет выиграла мир. Раз 5, наверное, да? Нет, на самом деле поменьше. Но... 3-4, наверное, было. Ну, 3-4 тоже хорошо, то есть лет с 12. Ну и все время при этом оставалась КМСом. Как она сама говорит, она кандидат заслуженный мастера спорта. А, да, кандидат заслуженный, хорошо дело. Сейчас ей 20, она 6 раз становилась в личном зачете чемпионкой мира. Один раз в командном, то есть фактически 7 званий. Но ЗМСа все равно еще не получила. Кстати, а она не выполняла норматив на ЗМС? Или до 50 ЗМС нельзя получать? Это опять же связано с теми правилами, что уже не по возрасту, а по количеству стран. На чемпионате мира должно быть не менее 18 стран-участниц там, или что-то такое. Для русского бильярда безумный норматив. Да, для русского бильярда как это... Ну, никогда на женском турнире не будет столько стран. На мужском такое не всегда собирается. Есть в русском бильярде один человек, который выиграл чемпионат мира, но не получил мастера спорта международного класса, поскольку было мало стран-участниц. Таков спорт. Да. Данный конкретно. Но происходящее у нас сейчас на столе комментариев просто не требует. Все кладет, вот до этого момента все забивал Артем Истомин. Догнал, обогнал Васю. И главное, что розовый не выключился никуда. Да. Сейчас начнется самое. Ну, сейчас будет битва. Есть для розовой. Радость. Молодец, совершенно что? Оправдана. Почти. Можно и черный почти сыграть. Да, в общем-то, да. Лишним это не будет. 2-0. Василий, молодец. Будешь ли ты свое серебро как-то оправдывать? Да, призер командного чемпионата России. Уж простите за эти слова, летит. Пролетает над Новым Уренгоем. Куда-то удаляется сейчас из игровой зоны. Я так думаю, что он попросил о небольшом перерыве. Да, я слышал, что его
позвали. Но... Минутка психологической поддержки. Мы посмотрим разминку Артема, я так понимаю. Да, либо заглянем на соседний стол, там Иван Каковский. Начался матч во втором столе. Константин Клёсов уже дня три спит и видит, как он встретится с Иваном Каковским. Сначала думал, что в группе. Потом понял, что ну все, ладно, значит в плей-оффе. Вот дождался. А есть какая-то подоплека в этой дуэли? Подоплека просто в том, что на всех российских первенствах предыдущих, по-моему, два подряд Константину он попадался в группе. Угу. Раз за разом. Ну, по крайней мере, не скучно. Именно. И очень хороший опыт. Это да. Ну, в принципе, да, если о подоплёках говорить, Константин же у нас из Москвы, а Иван из Санкт-Петербурга. И вот завершившийся командный чемпионат России... Так, у нас 6 красных ставят с Артемом. Да. Завершившийся командный чемпионат России запомнился еще и тем, что в финалах у нас, ну, женский турнир, в принципе, такой интересный, там, формальный финал был, потому что группы играли, но, тем не менее, в финалах у нас встречались Санкт-Петербург и Москва, и там, и там. У мужчин победил Питер, проиграла Москва. У женщин выиграла Москва, проиграл Питер. Ну, Москва хотя бы женщинами, девушками может похвастаться. Да какими? МСМК обе. Ну, Питер тоже может похвастаться женщинами. Зачем ты так говоришь? Что мы не можем разве похвастаться? Можем. Я именно имею в виду снукеристками конкретно. Вот. И снукеристками тоже. Чемпионками и победителями на данном турнире. А у кого никнейм «Русская сенсация»? Угу. У петербурженки. Угу. Так, ну что, завершается у нас перерыв в конце концов? Мы уже начали скучать. Я не вижу Василия. Пока будем подглядывать за вторым столом. Там на счет 1-8 Ивана. И такие неспешные покатушки, поскольку красные все на борту. Вася вернулся к столу. Василий, да, сейчас начинать. Продолжаем разговор. Ему надо что-то предпринимать, иначе... Страшно представить, сухая. Билзмолствует у нас чат. Люди, кто нас смотрит, вас немного, но вы пишите, пишите, задавайте вопросы, делитесь своими впечатлениями. Давайте обсуждать чемпионат России по шести красным, по укороченной версии снукера. Заглянул сейчас в сетку. Победитель матча Димитренко и Стобин встречаются с победителем матча Балишьян Константин Макарян. Угу. То есть не самый сложный матч, скажем так, будет впереди. Хотя, смотря кто выйдет. Если про сетку говорить, то у нас уже известны некоторые участники 1/8 финала. Владимир Глухов вышел, поскольку он вообще матч по кресту прошел. Самый удобный соперник, как говорится.
Павел Меховов и Сергей Болотин пересеклись. Евгений Беляев и Евгений Исаев встретятся также в 1/8. Ну и Егор Плишкин пошел по кресту, ждет победителя пары Верещагин, Баласлов, Игорь. Падает. Вот, к великому сожалению, такие удары по отыгрышу очень редко перетекают в какой-то приличный брейк, серию. Чаще всего отыгрыш, поэтому одним очком и ограничился. Артем Истомин. Хотел тем же самым ответить Василий Димитренко, да не сумел. Пошел небольшой фон, мы таким образом заряжаем телефон, через который идет связь по скайпу. Я тоже. Ну, фон минимальный. По-моему, вы более-менее его победили. Такие снукерные цикады. Учитывая то, что здесь есть реальный фон в развлекательном центре, поэтому... Ну и ладно. Хорошо, не зацепил сейчас черный, а то могло быть очень опасно. Провел биток как следует. И почти на борт поставил. Пятерка за этот удар Истомину. Димитренко тоже хорош. Серия отличных отыгрышей. Оба максимально собраны, сконцентрированы. И вот после хорошего отыгрыша Димитренко сложности испытывает Артем Истомин. Мы видим с этого ракурса, что красный вроде как проходит в уголок налево. В нижний угол. Идет, идет. На нас с вами. А вот Василий выбирает правильный шар, а не тот, который проходит. Оставляя под синий, но не забивает. Да, правильный-то он правильный, но не всегда это решение сыграть правильный шар. Хотя бы потому, что он был сложнее. Оправдать-то можно, но ошибка, ошибка есть ошибка. Что сейчас обсуждает Артем Истомин? Сам с собой. В какую сторону играть? Вот сюда-то безопаснее, куда он сейчас будет бить. Конечно. Если не забьет, биток останется без красных. Если только середину не даст. Обошлось. А можно даже вернуть прежний ракурс? За синий поставил. Все-таки эта видеокамера у нас намного хуже. Прошу прощения. А это получше. Пусть. Спасибо. Не, здорово. Разные ракурсы — это хорошо. Создает максимальный эффект присутствия. Вот такой, пожалуйста. Не знаю, зачем он так бил. Биток никуда не ушел, остался на середине. Это самое опасное место. Да, могло быть еще хуже. Но обошлось в этот раз. Ох ты! Ой, ну... Он фартануло. Будет тянуться. А что делать? Ставить высокий мост и... Аккуратненько, аккуратненько выбирать биток. Артем сейчас будет по отыгрышу играть. Добивать угол. Есть. Ой, очень хорошо. Еще и подбил. Да, и розовый сейчас просто на убойную позицию выкатывается. Чуть бы поближе, сантиметров 15 в идеале.
осилить, зато ничего сидит. Ну шикарно. Эх. Могло быть, конечно, еще лучше, но не все сразу, понимаем мы прекрасно. Эмоции. Аппетит, конечно, приходит во время еды. Молодец, Артём. Чуть-чуть сильно получилось. Посмотрим. Но по сравнению с его предыдущими ударами, он сейчас просто мистер хладнокровия был. Он перестал спешить. Ну что, коричневый на середину. Да нет, все сложнее. Чуть-чуть не дотянул, чтобы получился супер, но так или иначе отыгрался плохо. Отыграться-то отыгрался, но Димитренко желательно бы красные сыгрывать с цветными все-таки. Начать забивать, строить брейки. Но это для борьбы необходимо. Ну что, с подставки надо раскрутиться. Сильно играет. На синий хочется. Да, судя по всему, хотел на синий. Хотел. Получается розовый, ну. Да, и получается намного лучше, чем он хотел на синий. Я бы так не сказал, что намного лучше. Потому что сейчас вот... Что сложно было, да. Делать с этим почти красным. Прямейший шар и продолжение... Ну нету. Надо отыгрываться. Да, уводить за зеленый. Как вариант, чуть-чуть оттянуть биток. Оставить розовый. Понять, куда, да. Левый красный будет закрыт до розового. Куда пойдет верхний красный. Нет, выбирает все-таки вводить биток в полную зону. Неплохо будет. Артём по вот тут хорошо играет. Почти забил. И почти отдал. Ну, вроде бы надежно. Правый красный не виден. Ох, очень да что ж ты красный, делаешь? Очень. Ну, гроссмейстерский. Просто блестяще сыграл. Ой, какой молодец. Ну, просто супер. То, что да. Надо. Это песня, а не снукер. Есть. Так, что-то пошло. Так, кажется. Не понял, почему засчитали фол? Он не назначил шар, что ли? Или какие тут вообще проблемы? А, у нас же 6 красных нельзя подкатывать за цветной, за нумерованной. Артём заигрался. Да-да-да. Да и мы закомментировали. Аплодировали, и прям все хорошо, молодец. Нюансы правил конкретно
шести красных матчей. Так, ну можно сказать, что повезло сейчас. Атаки, в принципе-то, нету. Если дабл. Пробует дабл. Нет. Уводит. Разводит по коротке. Играя дабл, можно нарваться на трабл. Угу. Тонкое касание. И это да, получается, получается. Снукер несложный. Только вот играя от левого длинного борта, можно было и биток уронить вообще-то. Надо такой принимать в расчет. Васе повезло. Очень сильно повезло. Нет, не попадает в красный. Первый мисс. Первый мисс, просвети меня тогда, почему первый? Сколько возможно? Пять. Негуманно. Потом раз с руки. Понял. Потом игра с руки. Или нет, ну нет. Никто не заметил. Ну, вероятно, ну, коснулся. Василий, и, значит, коснулся. И даже тачинбол может Ай. Быть. Нет, 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 нет. А вот Василий как раз не коснулся. Просто. Я оставил в нос. Что у нас со счетом? Ой, ну зачем, Артём? Вот начинает спешить. Вроде бы уже. Да. Заиграл. Учитывая то, что Артёму не добавили очков, значит, там был тачинбол и не было фола. Правильно? Судя по всему. Оставляет красный. Правый угол. Перерезает. Ну, везет ему, везет. Нервная концовочка фрейма. Вновь чуточку торопится. И за эту спешку его Василий в конце концов накажет. Должен наказать. Я надеюсь, что Василий все-таки соберется, и у нас будет не 3, но 2-1. Хороший черный. Был бы, если бы Василий не сконцентрировался должным образом, будет очень обидно сейчас, я понял. Да, если эту концовку умыкнет Артём Истомин. Терять инициативу и все. Артём сейчас заберет и унесет все. Все шары. Ну, игры нету, но вот отыгрыш есть. Их не дотягиваются все-таки. Растет прям как будто на наших глазах Артём Истомин. Ну, с таким ростом он уже знает, как вытянуться так, чтобы дотянуться. Нам кажется, что рост небольшой.
а он уже умеет подходить к шарам. Небезопасный вариант выбирает в очередной раз Василий Димитренко. И уже отыгрывался так и понимал, что дает шары в таких вот игрышах, но все равно продолжает, настойчиво играет. Давненько мы не забивали шаров. Да, зеленый не пошел. Но уходит с опасной позиции. И снукер даже почти получается. Краешек будет виден. Одиннадцать 17, ну, разрыв невелик. Поэтому расслабляться тут нельзя. Димитренко пытается за коричневый биток спрятать Вася. Но он спрятал зеленый за розовый. Тяжело, конечно, попасть было сейчас Артему. Ну что, можно попробовать повторить. Прибыл, разумно. Там был, не знаю. Был, да, но не пошел на этот синий. Вася, ну, наверное, имел все основания. В принципе, он ждет улучшения позиции. Чтобы Артем Истомин своими руками ее улучшил. Вот зеленый выкатывается на игру. О, нет, плохая игра. Так себе. Теоретически, конечно, шар срезается, но очень сложный. Недоволен Василий своим ударом. Есть зеленый, который коричневый. Видимо, на последних двух шарах все решится. Отлично, молодец. Осторожно. На розовый надо выйти. Опа, это же фреймбол и матчбол. 23-21 вырвался вперед на 2 очка. Не забивает. Нет. Пока что у Василия есть шанс. Плохой черный. Улучшить бы его. Сейчас надо придумать обыгрыш. Я бы попытался, наверное, в этой ситуации сразу же сейчас уже от дальнего короткого борта направить черный. Розовый в черный шар. Желательно по левой половине черного. Это было бы идеально. Угол. Угла не было. Очень прямой удар оказался. Контртуш. Все, розовый остался. Матчбол номер 2. Артем, что ты делаешь? Так, вот он сейчас понаблюдал за битком, понял, что мог еще и фол допустить, и поэтому должен выдохнуть и взять себя в руки.
Ну что это? Это флюк. Ну как это? Это попытка вырвать фрейм. Самец, уже второй матч подряд, и стомины получают флюки на этом столе. Я не думаю, что надо менять стол. Флюки получают все. Фрейм был черный. Матчбол для Истомина, фреймбол для Димитренко. Либо у нас разгром, либо-либо. Как-то не придумывается решение сейчас. Напряженный момент. Ну да, потому что любой удар ты можешь стать последним на турнире для Васи. Вряд ли входило в его планы в первом же раунде Олимпийки проиграть молодому человеку 2009 года рождения. Сухую. Играл в контртуш. Выбор был правильный, просто он не попал. Не попал ровно в шар. Чуть-чуть срезал его. Ну что? Поздравляем! 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 Артем Истомин заслуженно выигрывает. Нажимает руки. Со счетом 3-0. Радовался в первом, а во втором фрейме он намного ярче, скажем так. Сейчас он, видно, истощен отчасти, вымотан. И, может быть, даже еще и не верит в то, что он в 1/8 чемпионата России по шестикратным. Сразу могу объявить, что на этом столе совсем скоро мы увидим матч Андрей Бетгер, Андрей Виль. Эту трансляцию я закрываю. И услышимся совсем скоро. Не переключайтесь.